Инцидент произошел 10 марта. 31-летняя женщина находилась в гостях, где распивала спиртное. У нее начались схватки, и она, отказавшись ехать в роддом, родила в квартире мальчика. После родов положила младенца в пакет и отнесла в мусорный контейнер возле дома номер 21, корпус 1, по улице Станко-Заводской. Плач новорожденного услышала проходившая мимо женщина, которая вызвала сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. Мальчик долгое время пробыл в реанимации и выжил благодаря врачам. Его назвали Ваней и нашли ему новых родителей. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Суд принял во внимание полное признание вины, обвиняемое ее раскаяние, сознание содеянного. Ну и учитывая, что не наступили особо тяжкие последствия в виде смерти ребенка, соответственно, принял такое решение о наказании. Женщину ограничили в правах в отношении еще 2 малолетних детей. Со стороны следственных органов было направлено представление, соответственно, о рассмотрении вопроса вообще о лишении ее родительских прав. В настоящее время он находится на рассмотрении. Женщина делает все возможное, чтобы ей вернули детей, навещает их в центре временного содержания. Кроме того, она снова вышла на работу и перестала злоупотреблять алкоголем. Тем не менее, после приговора суда ее все же могут лишить родительских прав. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».